Ну вот вы говорите «русский человек», а вот у вас ведь, правильно я понимаю, столько же украинской крови, сколько и русской. Да. Вот кто такой русский человек? Это кто, который думает по-русски? Или вот кто такой русский? Мне кажется, вообще я считаю, что русские, украинцы и белорусы – это одно дерево. Это просто ветви одного дерева. Угу. Между нами нет сильной разницы большой. Тем более нас объединяет общая история, общая культура, общая экономика на протяжении многих лет. Угу. Вот. И разделить, вбить клин между этими народами. Ведь понимаете, как, в чем ужас всей этой истории? В том, что, скажем, только вместе мы представляем из себя определенную силу. Она, эта сила славянская, она представляет собой опасность для людей, которые не раз покушались на Россию. Не раз. И чем это кончается, они знают. Сейчас они так вот со стороны смотрят, ну терпят, сжав зубы. Понимаете? Вот они пытаются разбить наше славянское единство. И это, конечно, люди, которые делают недоброе дело, с моей точки зрения. А вот в вашем театре, театре имени Станиславского, там все единомышленники? Я имею в виду именно вот этот геополитический аспект, а не отношение к пьесам, к репертуару, а вот идеологию. Я не проводил опросы по этому поводу, не могу ничего сказать, но думаю, знаете, думаю, что подавляющее большинство разделяет мою точку зрения. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».